Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. В компанию «Профметалл» требуется бухгалтер, уборщица, дворник, гибщик, а также стропольщик, слесарь, сварщик, крановщик и водитель. Телефон 99-24-22. На постоянную работу требуются водители категории С, Е и оператор экскаватора-погрузчика. Телефон 8-912-346-90-36. Требуется водитель на автобус, развозка, заказы. Телефон 90-37-01. Строительной организации требуется крановщик. Телефон 8-922-824-26-17. Требуются механик по ремонту оборудования и водитель-экспедитор. Зарплата по результатам собеседования. Телефон 92-77-88. В гостиницу требуются дневные горничные. График работы 5/2. Телефон 22-42-94. Организации срочно требуется водитель с категории «Д». Соцпакет, график работы сутки через двое. Звонить 8-922-625-94-65. Требуется продавец. График сменный с 10 до 22 часов. Оплата 25 тысяч рублей. Телефон 8-909-616-61-97. Требуются водители категории «Б», «С», «Д», тракторист, машинисты экскаватора, погрузчика, крана автомобильного, а также автослесарь и специалист по закупкам и снабжению. Обращаться по телефонам 66-88-33 или 8-903-398-57-33. Строительной организации требуются каменщики. Телефон 8-922-625-94-06. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.